576 рублей. Ты идешь правда, Урал? Да. Интересно. А что, незаметно? Мало того, 91 год. Шучу, он переделан. Так, таким дизайном уже не пиши. Кого? Шучу, он переделанный сильно. Я просто один раз слышу, китайцы скупают наш Урал, да? Но они с колясками, кстати. Да, да все скупают в Америке. Харлей уже не в теме, да? Кнопки заводятся, залази, что стоишь-то? Сядь, блин!
высотку отбабахали. Я что-то не замечал раньше. На горе. А если гора сползет? Старуху за рулем ехал. Чего? Не сдувает? Нет. Нормально. Нормально. Тут все есть у нас, короче. Там левее еда, шматье. А тут все, стройка ради деталей, уже авто принадлежности. Чего только тут нет. Но там дальше дача. Ой, замок снял вообще. Замок снял. Нет. Лази. Замок не снял. А ты не поехал. Не успел. Супер замок. Снять его. Что, стоишь ты хоть вовремя? Ховалов развелось. А сзади надпись похожа на Land Rover. Похоже, прям сделан дизайн. Еще никого? Никого. Открытым верхом, что он ездит. Ну, ты едешь, и нет ничего. Пробка что-то. Вы на Мерседесе без крыши, без горячности. Лезут все, блин, с этим самокатом пешком прям не могут пройти. Вот еще одна, блин, дура, блин. Вот здесь.
телефоном. В одной руке телефон, и такие маневры делают сложные. Что за тур, блин? Еще номер внутри пятерки. Как-то сосал, что ли? Маша, спорт, байк какой черный. Дети будут бегать. Одна давать кругом. Новостройки будут.
Бабы не валит, блин. На всю голову, что ли, валит. Ручного управления нету. Там грузовик какой-то стоит.
гранит обрезали. Есть какая-то. Что за пробка? О, кусок. Капец, какой высоты. Ух, еще можно. Капец, фонарь что-нибудь роет.
вроде не 5 часов 5 минут. Что такое? Там ремонтные работы вон, какие-то эти. 2 часа времени. Вон, желтые. Может быть. А здесь... Обратно здесь не поедем. Блин, значит надо нахрен отсюда валить. Значит поедем другой дорогой. Проверенной временем. Блин, вот чувак, ты тут вообще не по делу встал. Красный горит. Тундра, вот еще одна, блин. Грузовик целый, охренеть. Toyota Tundra. Ну, давай, Тундра, вали отсюда. Уже застоялись. Кажется, дождик будет, пока мы тут лазим. У меня уже тут капало. Ах, не поедемся никуда.
они разобрали.